29 ноября состоялся второй этап кастинга ведущих на Универ ТВ. Участники кастинга сделали еще один шаг для того, чтобы стать лицом канала. У студентов были равные возможности. Все они приходили на кастинг с разных институтов Казанского федерального университета. Совсем не важно, физик ты или учитель, главное быть целеустремленным, иметь грамотную речь и большое желание работать на телевидении. Я давно работаю ведущим, около 4 лет. Сейчас я работаю в клубной сфере. Раз уж я учусь на кафедре телевидения, это очень интересный опыт, где, я думаю, смогу себя проявить в новом качестве, открыть в себе какие-то новые умения, таланты и более их развить, отточить, потому что нет предела совершенства. Мне всегда это было интересно, плюс я вела городские новости свои в своем городе. Вот, поэтому это, наверное, мое родное, решила попробовать вдруг и здесь. Ну, это как отдушина для души, для сердца, поэтому я здесь. На первом этапе было отсмотрено порядка 100 человек, а во второй прошли всего 19. В этот раз студенты пробовали вести эфиры в действующей студии, читали приветствия, прощания и подводки корреспондентов. Открою маленькую тайну. Уже есть кандидаты, уже есть новые лица, которые совсем скоро появятся именно в новостном блоке. Но помимо этого, конечно, еще отсмотрели ребят для таких проектов, как «День первокурсника», «Галоконцерт студенческой весны». Результаты кастинга можно будет увидеть в новостных выпусках на Универ ТВ. Остается совсем немного времени до момента, когда будут известны имена счастливчиков. Совсем скоро на экранах нашего канала ты увидишь новые лица. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.